Итак, друзья, возвращаюсь с концерта на Palm Dead. Он сзади Арбат Холл. Дядьки лютые. И я никогда не видел 40-летних мужиков, занимающихся стейдж-дайвингом. Это вообще жесть. Но охрана просто бздец, ребята. Их нужно увольнять, они неадекватные. Даже один из организаторов по-русски объявил, что не нужно так винтить посетителей концерта. Короче, дичь полная. Концерт крутой, блин. Вообще супер, но охрана просто перебор. Даже группа немножко напряглась, собственно, поэтому по их инициативе было сказано о том, что нужно прекратить заниматься таким бесчинством. Короче, супер.